Это был мой золотой сын. Он такой добрый. Он душевоин. Он прошел 14-15 год воевал оттуда. Он не мог сюда ехать. Он был в Литве. Уже можно было. Он говорит, нет, мама, я не крыса. Я должен ехать защищать тебя и своего сына. Это золотая дитина. Он всех уважал. Он всем помогал. Он никогда меня не унизил, никогда ни плохим словом не сказал. Не 82 года, вот скоро. Он мне ничего не говорил про свое дело. Сказал, мамочка, все хорошо. Там не стреляют, там тихо, мамочка. Я все, мама, как ты? Как ты, там не стреляют, там тихо, мы, мама, в безопасности. Я даже не знала точно, где вот даже боюсь, точно, где вот все. Зять погиб тоже 5 апреля. Они вместе воевали. Вот в сентябре месяце он был в отпуске, Сережа, приехал на кладбище. Я была там на кладбище, он подошел, обнял меня. Я его не узнала, у него была такая борода. Папа, ну что, Таня, не плачьте, все будет добре. Мы отомстим за Сережу. И вот теперь я его хороню здесь, на кладбище. Мой зять лежит на той стороне, он на этой. Это были друзья, это были очень добрые люди, дети наши.